прошлом году при Кокшетауском государственном университете был создан женский клуб «Айганым». Здесь юные девушки проходят своего рода школу благородных девиц, познают тонкости народной культуры, обычаев и традиций. А на днях здесь состоялся литературный вечер с участием ветеранов педагогического труда на тему «Ель боламын десен бесігін дөтізе». Воспитание детей – забота не только родителей, но и общества в целом. Казахи издревле акцентировали внимание на девочках. Вырастить их благородными, впитавшими с молоком матери самые лучшие женские качества, считалось главной задачей. Молодежь, живущая в стремительном веке технологий и научного прогресса, не должна забывать свои корни. Об этом говорили участники и гости литературного вечера. Они делились жизненным опытом с юными девушками, говорили на самые разные темы, прозвучали и предложения. Бесспорно, воспитанием детей занимаются оба родителя, поэтому я от имени членов Совета матерей хочу предложить создать клуб отцов при университете. Сегодня свыше 20 студенток главного вуза области являются активистами клуба «Айганым». Они также задействованы в общественной жизни. Вообще клуб делает очень большую работу в нравственном и духовном воспитании. Лично я стараюсь всегда участвовать во всех мероприятиях, где можно показать национальный колорит. Мы должны беречь нашу культуру. В ходе литературного вечера была также представлена постановка студенческого театра «Жауказын» и концертная программа. Мадина Смагулова, Игерим Бекмагамбетова, Дархан Сагын, Кокше Акпарат.